Привет всем! Вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Morutopia. Так, вот я, кстати, обратил внимание на вот эту вот картину. Красивая, кстати, такая картина. Она символизирует вот этот город как раз в степи, да, там вот эти... Красивая, как не... Этот термитник, да, там... Порчит окружающую среду на все 100. Говорит, запах необычный с улицы. Чем это пахнет? Правильно, вон дымные трубы, из труб воняет. Чем пахнет? Сейчас узнаем, чем пахнет. Чем как? У вас кота нету рядом? Чем? А, пахнет бандитами. Вот чем пахнет. Территория пахнет бандитами. Так. Значит, что мы делали? Сейчас глянем. Вообще ни цели, ничего. Что мы делали? Хрен его знает. Нос тёрли. Так, мы ходили располагать самым та-та-та. На берегу спрошу её. Так, а мы у Виктории-то у этой спросили, то есть кто, не Виктория, а как ее зовут? Капелла? А Капулька, ай-яй-яй-яй. Мать ее, по-моему, Виктория была, да? Или нет? Скажи нам, череп с волосами. Нет, она нам ничего не скажет. Ай, ладно, хрен. Так, значит, нам что надо сделать? Нам надо взять задачу дня. Задача дня у нас будет у Инквизитора. Пойдем к Инквизитору. Да, пойдем. Я сказала к инквизитору, иду совсем в другую сторону, нормально. Я знаю, куда ты идешь. Ты хотела этим игроком дать по башке кое-кому. Ты шла на него в ту сторону. Да, вот именно так. Убью, дяма. Все, нечего. Смотри, как я сказал, и сразу две монетки появились. Вы там не будете видеть, но как я только сказал... И сразу две монетки появились. Мы взяли две монетки. В нашем окошке, да. Мы на самом деле сейчас идем к Бураху сходим, потому что мы какую-то кровь там изучили. Надо подойти и рассказать ему о наших похождениях. Расследованиях, да, что мы там увидели. На самом деле у нас сегодня кот провинился, так что он наказан. Это так, конечно, не важно, но просто... С повинной к царю. Да, где он у нас может быть? Где-то вот в этих зданиях. Ты так и стоишь здесь, крыс охраняешь. Чтоб мы не взяли, не сожрали крысу. Или крыс. Это крыс? Не знаю. Не могу сказать. Крысы бывают даже умнее котов. На самом деле. Да чё они-то умнее? Сидят с 5 днями. Дрищат. Пищат. Едят. И метки делают так, на сюда руках. Не пройти. О, это что такое у нас? Помойка? Помойка? Что там было? Пустая. Пустая помойка. А где у нас Бурах-то, блин? Буряк, ты где? Свекла. Где он может быть? Вообще Буряк, не представляю. Буряк, это свекла. Я его видела где-то здесь, вот в этих. Мы же его, помните, доставали тогда из этой... Где? Из клетки там откуда-то. Убивали этих, помнишь? Блин, сколько мы серий тогда промучились. А, тут вообще двери здесь нет. Здесь бандюга сидит, бандюга. Зато мусорки посмотрим. Нет, нам нужно буряк. Ой. Честно говоря, я не представляю. У нас 1000 монет. Вообще, запасов мало. Как жить, да, что как делать? Жить, что делать? Вообще, лечиться нечем. Ройте на могилку. Цены в магазинах просто вообще. То есть ему так, смотри, здесь будет. Закрыто. Все закрыто. Короче, идем к инквизитору. По ходу дела мы найдем этого Бураха. Где он, кстати? А, блин, вспомнила, он же. Ё-моё, он же в термитнике там сидел, помнишь? Да ё бол. Куда нам пройти-то? Как же до него далеко идти? Вот я не знаю, что нам делать-то, блин. Нам надо или сюда нам пойти, или туда. Здесь вроде бы поближе. Ну, здесь вроде поближе. Давай сюда, наверное, сходим. Понятно, что ж мы так... Еще две монетки нашли. Да, еще две монетки у нас прибавилось. И сколько у нас итого? 1003 монеты. Хорошо, много. Купим. А только что было 1000, кстати. Треть мяса. Да. Оп, шашки. Так, голод, смотрите, вот у него ну, голод появился. Как всегда, у водички ничего, давай воду пить.
больше воды и не будем ждать. Да, я уже слышу. Пупок. Слышу уже. Ей что, жгут. Так, черт. Жгут у него есть. Да. А у нас целых 34 бутылки. Где ты ходил? Так, ну для здоровья-то нам они всяко пригодятся. Так, вот бы нам его натравить на этого бандюка, который там ходит. И кого? Мы тогда сможем что-нибудь купить. А где бандюк? О, а вон они, бегу, давай. Кто там бежит, смотри. Так, сейчас разберемся. Чего там он на месте стоит, смотри. Ты сумасшедший, что ли? Смотри, на месте стоит. Беги, блин, беги, беги. Бегу, 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 бегу. Давай, крепили, давай. Есть, забирай деньги. О! Блин, а у того так, ну куда ты упал? Прямо... О! Вы что, ребята? Друг в друга прям упали, смотри. Забирай деньги. Так, что, значит, как забрать-то, я уже забыла. Так, это вот у этого, у солдата есть у него, да, деньги, таблетки и таблетки. Какой ты богатый. А у него, а ты как, бандюга. Как нам его посмотреть? Вы что там, друг друга провалились? Вот. Слились. Вот так, я сейчас на тапочки посмотрю на него. Вот так. А у него и тоже, блин, небогатый. Давай бандитов ловить. А как еще деньги добавить, правильно? Так, смотри, у нас уже здоровье уменьшилось и голод. Блин, ты задолбали. Жгут возьми. Прими жгут. О! Водички. Нет, нет, нет. Водичка, иди сюда. Блин, водичка, какой же ты далеко. Медленный. Водичка, можно? Так, но нам нужны деньги срочно. Кого кокнуть? Ой, есть хочет. Возьми сухаря, съешь сухарь. О, здоровье, медикаменты. О, вот это. О! Давай сейчас 300 долларов заберем. Давай подсохраним. Давай, вперед, как говорится. Пикатагагище. Смелый, да. Давай, давай. Есть, тихо, тихо. Хоть бы на него. А куда еще? Давай, давай. Еще раз, давай, всало ему, есть, молодец. Ну чё, мы молодцы, водичка, да? Мы тебя спасли, а ты нас спас. Видишь, воды дали, ты какой стал, попил и водяной, сразу силы появились. Водяной. Силы появились. Ура! Так, ну вот, мы уже 600 монет заработали, вон там, блин, кстати, давай тоже бандюгу еще найдем. Бандюгу, прибанди. Блин, да, нужны вот так деньги. И надо выживать, видимо, по-другому никак. Блин, 10 бандитов, 3000, да? Три куска мяса. Ой, не, мало. А их что-то здесь нету. Бандюк. Так, карта. Где мы? А, вот мы в правильном направлении. Ох ты, блин, да что такое? Бандюга, ты долбаный. Иммунитет. И дымок летит. Иди от нас. Шел вон, дым поганый. Ё-моё, опять. Вот не люблю, когда все плывет так перед глазами. Как-то не очень. Опять дым. Дым, иди. Куда фига туда дым, куда фига туда дым. Блин, ну что ты стояла за этой долбанной помойкой? Куда фига туда дым, куда фига туда дым. Иммунитет. Смотри, еще кто-то в нас стреляет. Никто не стреляет. Так, нам нужно что-то для иммунитета. По-любому. Давай. Пей. Повышение иммунитета 63. Давай. Давай вот эту выпьем. А что там, инфекция появилась? Откуда инфекция? Зараза. И инфекции теперь много, блин. Как ну ее вот устранить? Зараженные территории, надо их как-то, наверное, обходить. Стоят одинаковые упыри. Блин, вот бутылку взяли, эта тварюга на нас полетела, дымовая, да, завеса. Да, да, да. Так, мы, значит, почти уже дошли. Куда? О, у пупок. Ой-ой-ой, так. Слушай, кстати, уже вечер, я не знаю, успеем мы это задание выполнить или нет. Значит, не успеем, все, пойдем. Пойдем бакалавра в могилку ложить. Угу. О, прям там лежит. Перед солдатами. Помогите. Поехали. Мне, помогите, да, ей никто не помогает. Топали, топали, двух бабуинов закокали. Загружаемся. Давай, полоса, загружайте. Ну? Есть. Так, где он там? Вот здесь где-то был? Свин, ты здесь? Дай пройти. Уйди, уйди. Я сам сделал. Его нет уже. О. Стоишь. Так, ты проверил, чья кровь?
А, напрасно ты сюда зашел. Давай вот здесь почитаем. Здесь опасно, не умеешь же ты с ними. Я проверил кровь, чья на бурах. Это не человеческая кровь. Какой результат, Айнон? Ты знаешь, я не могу говорить. Я связан словом. Ты должен уважать такой аргумент. Что ответить? Не знаю. В общем-то, вырабатываются антитела двух видов. Одни не дают рогатой бактерии плодиться, другие убивают ее. Уникум. Тогда можешь смело проверять на ком-нибудь мою самодельную панацею. Должно подействовать. И сколько можно сделать такого снадобья? Пока очень немного. 10, много, 15 порций. Береги ее, Ойнон. Ты ее уже испытывать? Мое слово тебе залог. Должно подействовать. Ладно, попробую. Давай еще подвинись. Смотри, какой толстый сапузы держится, наелся. Так. Напрасно ты сюда зашел. Та-та-та. Давай вот это ответь. Интересное письмо я тебе получил. Это что, шантаж? Ничуть. Я лишь поставил тебя в известность. Звучит оно как угроза. Ничуть. Звучит как предложение. Предложение. Я сделал тебе одолжение, Айнон. Протянул руку помощи. Ты с ума? Are you crazy, motherfucker? Нет. Сейчас ты едешь по рельсам, которые ведут в пропасть, пока наши вагончики идут рядом. Я предложил тебе перескочить на тот, который переедет через пропасть. Да ты с ума сошел? Подумай о моих словах, Айнон. И еще, не верь самозванке, она зло. Вот тут я с тобой совершенно согласен. Все, поговорили. Так, пойдемте, короче. Куда? Пойдем к инквизитору, наверное. Черный рынок, таинственный образец. Блин, мы столько заданий выполнили, и походу мы не выполнили ничего для самого основного. Инквизитора? Да. Вот нужно идти к инквизитору. Попробуем. Потому что до утра же время у нас должно же быть, правильно? Может, по идее. Включи торпедное ускорение, нажми на газ. Да, давай, вот, к сожалению, нажми на газ, все будет джаз. Так, как нам пройти-то? По там карте. Заражено. Вот здесь не заражено. Смотри, сейчас дымок. Давай, пойдет. Давай, нет. Я же сказал, дымок пойдет. Дымок, да, дымок, ты прав. Где хорошо, где идти? Идите узкими путями. А, здесь тоже, смотри, здесь тоже дома заражены. Я же забыла, мы же по домам можем узнавать. Видите, у них такая окраска, какие-то пятна на них. У домов есть окраска. А там, где не заражено, там нормальные дома. То есть, если проход большой, не идите большим проходом, идите узким. Везде так написано. Ох, черти ходят. Везде-везде зараженные эти. Задолбали вы же. Ну, страшно, блин, а что делать? Так, вот помой-ка, помой. Вот чума коричневая летит. Вот бритва по горлу. Можешь посмотреть, в колодце лежит. Куда она там летает мимо меня? Это? Она хочет в тебя. О, а куда бежишь? Ни хрена, ты бегать умеешь, что ли? О, хорошо. Смотри, что делают, а? Я вот пытаюсь, маневрирую туда-сюда, ну. Но... Ты прям сманеврировала точно в неё. О, крыса возьми, пощекать ей ушко. Вон она там. Ох, туда лучше не идти. Крысе лучше не идти. Блин, может быть, я проверяю, пробежим. Мы можем зайти в дом. Можем, блин, зайти в дом и выйти. И здесь упырь череповатый. Тихо-тихо, не иди за ним, не иди. Хоть бы этот бандюга на кого-нибудь накинулся. А где он? На той стороне. Сейчас подсохраним. О, крыса удышала. А, блин, как же ее проходить, эту игру, я не понимаю. Вот так вот. Вот так вот, да, вот именно так вот. Где здесь нормальная есть какая-нибудь территория, которая не заражена? Вы понимаете, мы не можем купить за последние 1000 рублей карту, чтобы... на которой один день нам... Убегай, крыса, просто... там... Блин, сюда, давай. Сейчас сюда забегу. Ой, кусанула. Кусила, зараза, за пятку. Паскуда, за пятку, из пятки клок. Кожа желтый. Так, а у него что есть? Пупок, дай жрачку. О, тверин. Обмен. Тверин? Бухло. Какой-то цветок. Так, подожди. Повышает иммунитет. Да нет, спасибо. Тверин, это, я так полагаю, местный алкоголь какой-то. Это хорошо. О, водичка. Да, ух ты, уже 4 бутылочки.
О! Ну ё-моё, ну обойди ты вот здесь. Обойди. Как я тебя там-то обойду? Подожди, там пускай эта тварюга улетит дымная. Так она там и будет всё не время. Не будет. Вот здесь можешь обойти? Вот здесь я тебя попросил обойти. Всё, мы ушли из зараженного района. Да? А, вот здесь дома нормальные уже. О, сколько бухло. Смотри, много пьющих людей. Одна это уже много. Так, ну попробуем дойти хотя бы до инквизитора. Давай, хотя бы до нее дойдем, побздим. Да, может она что-нибудь скажет. Их финики. Ух ты, смотри. Сейчас попробуем. Фейерверк из человека. Еще смотри, бегут. Смотри, они мясника все... загасили. Ты крыса поганая. Уходи от нее. Зараза. Бей того, я не знаю, кого бить. Бандюка, бандюта бей. Ой, бандика. Бандита бей. Давай. Есть. Последний удар наш, и деньги забирай. Еще что-то там. Так, значит, нам уже можно будет что-то обменять. Это так. Он из Кинзаза сбежал. Давай на обмен кое-что есть. Сколько? 7, а у нас только 4. Да что такое? Башня. Может быть, успеем. Петушина. Так, здесь у нас бандитская территория. Но. Зато не зараженная. Так, сейчас попробуем там вот воды взять. Ну, то есть, в принципе, если тут ходить все время, бродить, можно набрать, конечно, денежек немножко. Сколько у нас уже там прибавилось-то их? О, 2000, смотрите, да, вот, пожалуйста. Один кусок мяса. За один вечер уже водичка. Вот мы случайно так наткнулись. Сейчас у него есть... Последний удар был наш. Да, повезло вообще вовремя. А если поджигателя ударить, у него, по-моему, еще больше денег. Да, а что ты его не ударишь? Ну, не успела подбежать, я же бежала. А если мы его... Ой, крыси не есть, с моей инфекцией ему не... О, давай, давай! Не беги, успею, наверное. Беги! Смотри, не успею. Сейчас вот... Давай! Давай, давай, хоть последний удар наш. Давай! Еще раз! Еще раз! Еще раз! Есть! Четверых козлов загасили сегодня. Отлично. О, 718. Ну что, поменяемся на обмен-то? Есть чувачок, кто-то? Пули, не нужны пули. Да не нужны, конечно. Сам ты пули. Люди с ума сошли в этом городе. Они нападают друг на друга. Переодеваются в какие-то плащи. Так, ну что, мы уже дошли или как? Уйди от крысы, ты поганая паскуда. Какая мелкая тварюга, сколько да, блин, урона наносит. Урона наносит, да. Шиза. Не, ну как сказать, для крысы она не очень-то и мелкая. Такая нормальная. Ну да, крыса здоровая, отъезженная. Она сколько из нас пятки высосала? Пятку сколько раз она скусала? Наелась. У нас уже не пятки, а огрызки. Смотри, уже обратно бежит, вот зараза. Давай, давай. Да. Блин, еще кто-то бежит за нами. Да? Ты слышишь музыку? Ну это же не крыса под музыку будет бежать. Так, еще одна крыса. Блин. Крыса, бандиты, ё-моё, что тут происходит? Везде, короче, опасно. Кто же нас заметил? А, неважно, кто нас заметил. Все, крысы исчезли, бандюга исчез. Все, заходи обратно. То есть, заходи обратно, выходи. Все чисто. Здесь вот надо подсохраниться обязательно. А? Ну пойдем к инквизиторше, и Кавдец Петрович будет там. Далеко она еще? Да вон там собор стоит. Да ё-моё, ты задолбали, крысы. Видел, топы. Видел, да? Слушай, вот достали крысиные пупки. Крысиные хвосты. Блин, крысы, а? Блин, крыс. У корявый ходит помоечка. То есть, плевать, опять зараженная хренотня. Так, вот она, инквизитор. Похоже, мы... Здравствуйте, чувачки, так хотят. Успели. Первая часть игры закончилась, бакалавр Данковский. Смысл ее таков. Власти поставили вам иезуитскую задачу узнать правду.
тут же оговорились. Эта правда должна оказаться приятной. Залогом была ваша честь и судьба вашей лаборатории. А хотите, скажу кое-что? Сказать, конечно. Тонатика уже разрушена. На ее месте сейчас груды разбитого камня, посыпанные пеплом ваших исследований. Ваши бумаги сожгли. За этим лично приказал проследить проклятый Тельман. А теперь я расскажу вам про закон. Извольте, расскажите. Закон заключается в том, что все противоестественное, все, что пытается преодолеть законы этого мира, неизбежно разрушается логикой самого мира. Болезнь только инструмент этой логики, это орудие неизбежности. Согласен, мысли новые мне в эту голову, она уже не приходила. Она уже тоже приходила. Неизбежность страшна. Страшная неизбежность. Вот кто на самом деле ваш враг. Враг, которого нельзя победить никогда, никому. Единственный способ совладать с ним – это убрать с его пути то, что вам дорого. Не нужно делать так, чтобы неизбежность становилась вашим врагом. Вероятно, такие рации имело бы смысл читать до начала эпидемии. С этим врагом уж, простите, я должен сражаться. Да и вы тоже. Да, начинается вторая часть игры. Теперь наша задача быть верными себе. Сдержим данное властям слово. Я ведь дала такое же. Поясним правду. Устраним из механизма лишнюю деталь и остановим мор, пока он не поглотил землю. Осталось только найти, из-за чего он начался. Итак, мы вернулись к источнику. Прошу прощения за неудачный каламбур. Источник? Я расскажу вам, где искать источник. Так, значит, вы хорошо представляете себе, что такое закон? Too much, yes. А я думаю, нет. Расскажу вам про закон. Это не закон государства, это закон природы, когда из небытия выныривает непонятное зло. Это означает, что закон был нарушен, болезнь, расплата за нарушение закона, если угодно, попытка восстановить равновесие. Да я и вижу, к чему клоните. Этот город – маленький космос. Для своих обитателей он вселенная. Он слишком далеко от внешнего мира, чтобы быть частью этого механизма. Он сам по себе механизм. И этот механизм был нарушен. Полагаю, в нем появилась соринка или лишняя деталь. Я хочу понять, где. Я понял вашу мысль. Что же, если вы были искренни со мной, я готов с вами согласиться. Да. Все. Времени у нас слишком мало. Итак, одна деталь в механизме испорчена. С чего мы начнем? Ваши рекомендации? Я бы начал с колодцев, точнее с одного, который меня особенно беспокоит. Судя по вашему исследованию, эта бактерия могла иметь подземное происхождение. Да. Во время последней эпидемии чумы, тогда угроза эпидемии возникла на юге при разработке месторождений каменного угля. Кстати, там был схожий степной климат. А водоемы вы уже отрабатывали? Речная вода? Нет, все чисто. Проверим эту версию до конца. Прежде чем мы приступим к инспекции зданий, нужно удостовериться в том, что болезнь не притекла извне с водой. Колодцы, источники, река, какой-нибудь новый ручей, что угодно. Да, один колодец уже давно вызывает у меня подозрение. Что это за колодец, о котором вы упомянули? Странная самодеятельность, которой занимается сын Владислава Альгимского. Одни говорят, он ищет археологические пласты какой-то древней культуры, другие, что он ищет нефть. И то, и другое кажется мне неубедительным. А сам он что за человек? Он заслуживает доверия. Кажется, заслуживает. Именно поэтому вы пока обходите его колодец стороной? И у меня были дела и поважнее. Отработайте эту версию, спросите его, а если не захочет говорить, ну, всегда есть возможность заставить человека разговориться. Я, как вы понимаете, совсем не пытки имею в виду. Может случиться так, что он сам захочет вам все разъяснить, оправдаться, понимаете? Это не будет трудно, вы спрошу. Записал? Давай еще что-нибудь. В каких отношениях с Каином? Эта девочка, Ева, она перед смертью ничего не говорила? Говорила, что хочет погибнуть для меня. Что-нибудь еще? Да, говорила, что умрет неизбежно. Вот это уже ближе к истине. Как вы думаете, какая была подоплека у этого дела? Разве у него была какая-то особенная подопека? Я слишком устал от них. Это не люди. Они видят будущее, верят в бродячих зомби и умирают не так, как все нормальные люди.
чистейшее заблуждение. Все гораздо прозаичнее, я вас уверяю. И будущего тут никто толком не видит, и умирают по желанию третьих лиц. Иногда, впрочем, действительно загадочные явления случаются, но не чаще, чем везде. Так отчего же умерла Ева? У меня есть устойчивое чувство, что ее заставили умереть. Кто же? Кто-то из Каиных. Возьму даже на себя смелость утверждать, что семья Каиных совершила человеческое жертвоприношение. Не верю. Не записал ничего? Времени всегда да, не хватает. Да, времени всё. Всегда не хватает. Здесь мы и закончим с тремя хреновинами справа. Так, в общем, заданий-то нам никаких не дали, я не знаю, подземная гниль. Гниль. Аглая быстро изучила добытые материалы и пришла к выводу, что бактерия имеет минеральное происхождение. Что же это очень похоже на истину? Отработать версию подземного происхождения бактерий нам поможет младший Влад. Давно пора узнать, зачем ему понадобился хорошо, этот понятно. Колодец. Колодцу надо топать, понятно. Так, что здесь мы закончим нашу серию, пройденную, убитую четырьмя... Мы убили четыре бандита, стырили... 1200 монет. Подписывайтесь на канал, ставьте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем предопределенный проведением порядок, благодаря которому все идет как положено по заранее предначертанному пути. Молчать! Всем удачи, пока. Пока.